Оставь мою невестку в покое. Пусть она работает, как работала. И так я света белого не вижу. Джамиля, давай помогу, а? Я тоже. Экранизация одноименной повести Чингиза Айтматова. Они встретились не случайно. Их свела сама судьба. А ты что, как столб стоишь? Не проснулся еще, что ли? А ну, живей давайте! Нам нужно степь до жары проехать. Ты вроде мужчина с виду. Давай, открывай. Их свела сама судьба. История о войне и судьбе, любви и ненависти. Наталья Аренбасарова, Суйминкул Чокморов в фильме «Джамиля». Смотрите в субботу.